собаки солому у нас как будто едят. Да? Это я закрыла им двери, чтобы они через один вход входили. Вот. Там им постелила. Тут настелила им. Тут тоже. Чтобы они сильно жижу не таскали. Убрать мы сейчас ничего не убираем у них. Вот. Ну, была погода. Он опять посыпалась. Какая-то фигня, как будто градинки, короче. Гречу с легким дала всем им. Да, Шейч. Вот. Кайфуют на соломке. Я пока Машку сегодня капала, Миша сгонял в этот в деревню тут недалеко, купил им соломки. Вот, потому что у нас надежного, что сено оставалось, все уже кончилось. Так что, вот, ой, Настежка упала. Подожди, Медун, вы что, жрете эту солому, а? Подожди, Медик, стоямба. А? Вы ее срете, что ли, эту солому? Солому срете? Альма. Так. Куда? Нет, ползучий ты мой паразит. А ну-ка назад сдавай. Бегом. Ты гляди, какой он шустрый, а? Так. Сейчас. Веревочка. Одна. Да подожди ты, бандитка. Стой. Медик, ну погоди. Дай веревку найду вторую. Медун. Ух, бандит, а? Медик. Я ее сам потом найду, говорит, эту веревку. Так, что, солому делим? Ау. Вы что тут выкопали? Засаду мне. Так, веревку сейчас подвяжу наверх. Никто не зацепился. Все, кайфуем. Кайфули. Да, кайфули. Ой, кайфули. Все? Черно-беду. Берту забрали, их как будто мало тут осталось. Пятеро. Так, ну сейчас я приду. Разборки они мне там чинят. Ой, где это застежка упала, Медик? Туда что ли упала? О, блин. Потерялась.